17 апреля 1951 года указом Президиума Верховного Совета БССР образован Фрунзенский район города Минска. Одна из самых крупных административных единиц, где проживает более 458 тысяч человек. Район занимает достойное место в истории города. И все благодаря людям, труд которых ежедневно приумножает материальное и культурное наследие Беларуси. Промышленная продукция, производимая предприятиями района, востребована и потребляется не только внутри страны, но и поставляется за пределы республики в 65 стран мира. Развитие сферы торговли и услуг на территории района в полной мере удовлетворяет потребности жителей. Учреждения образования оборудованы тренажерными залами, спортивными городками, площадками, стадионами, бассейнами. Созданы все условия, обеспечивающие доступность качественного образования, воспитания для всех категорий детей. Действующие 5 библиотек, 4 детские музыкальные школы искусств, кинотеатр «Аврора» удовлетворяют эстетические запросы жителей района. Для духовно-религиозных потребностей функционирует 10 храмов. Квалифицированная медицинская помощь – важнейшее социальное благо, доступное каждому жителю нашего района. Забота о безопасности жизни и имущества горожан – служебный долг органов правопорядка. Спокойствие на улицах района обеспечивает более 400 сотрудников Управления внутренних дел. А 236 спасателей отдела по чрезвычайным ситуациям всегда готовы прийти на помощь. Сегодня в районе руководством администрации ежедневно решаются актуальные задачи и проблемы жителей района. С днем рождения, наш любимый район! С праздником, уважаемые жители Фрунзенского района!